Шалом, миряне! Привет, с вами снова Женя из Израиля. И сегодня тоже небольшой лайфхак на тему резекции желудка или бариатрической операции, которая, в принципе, относится на этот момент для мужчин. Для мужчин, которые хотят делать эту операцию, и для ихних жен или подруг, с которыми они живут. Немножко видео 18+, видео немножко на интимную тему, поэтому если с нами дети, я попрошу перейти на другой на ролик, не надо вам сюда смотреть, тут ну-ну-ну. Расскажу так. Я рассказываю все на моем опыте, и поэтому не надо это судить, как видеть, как отче наш, что вот именно конкретно так будет. Но это не только было у меня, я после того, что это произошло, я спрашивал у своих друзей, кто сделал эту операцию. У них тоже самая хрень была. Еще раз, у женщин я этого тоже спрашивал, у них как бы все нормально. Ну, вы сейчас поймете, о чем я. А у мужчин это обострялось. Значит, что происходит, когда особенно мужик делает бариатрическую операцию и резко скидывает вес? Доходило до того, что ночью просыпаешься и желания появляются интимные. Причем до того, что спать невозможно. Поэтому я будил свою жену, говорю: слушай, я не могу спать, мне надо, И не то, что у меня были какие-то проблемы, у меня с этим никогда проблем-то особых и не было. Но тут прямо открывалось второе дыхание, 18 мне уже и вперед. Поэтому, дорогие мои мужики, если вы идете делать эту операцию, бариатрическую, я делал слив, какую-нибудь там другую, обязательно мой такой небольшой совет: поговорите с женами, предупредите их, что возможен такой эффект, с женами, с подругами, и что это как лекарство. Это сейчас может покажется немножко смешным, но это факт, что просыпается желание, хочется, и хочется много и постоянно. Предупредить, что особенно в первое время. Потом это все выровняется, конечно, будет лучше, чем было всегда. То, что одышки у вас не будет, прям будете себя чувствовать как о. А у девчонок, у женщин, которые делают эту операцию, они тоже больше хотят, но не так, как мужики. У нас мужиков это чуть по-другому. Девчонки хотят оторваться. Они всегда обычно стесняли своих форм там туда-сюда. Теперь они стали красивенькие, худенькие, сексуальные, подтянутые такие туда-сюда. Им нужно оторваться. Но им, в принципе, пару раз и все, а вот у мужиков у нас с этим проблемка. Особенно в первое время, там, не знаю, когда вот через месяца 2-3, когда кидаешься килограмм, так 20-30. И вот это вот просыпаешься, как кролик, в глазах, где хочу мое взять, хватать его. Поэтому, дорогие мои, особенно у мужиков, почти у всех, я не слышал ни одного, кто сказал, что нет никаких изменений. Хочется больше. И, в принципе, между нами девочками это приятно. Поэтому занимайтесь этим. Это нормально. Заодно это спорт, а при спорте скидываем калории, повышаются феромоны, улыбаемся, вырабатывается энергия счастья, гормоны счастья, извиняюсь. Это хорошо, полезно. Занимайтесь этим. И, дорогие мои, реально мой такой совет дружеский. Перед операцией расскажите вашим подругам, женам, что может быть такая штука. Если какая-то жена, кого-то парня, мужика, кто делает эту операцию, будь готова. Я понимаю, что скажешь: вот, я спать хочу туда-сюда. Здоровье мужа важнее. Надо. Можешь после этого от меня отписаться, сказать, что: Жень, да ты чего, ты совращаешь? Нет. Я рассказываю то, что есть, то, что было у меня, то, что было у многих моих друзей. Будьте к этому готовы. Принимайте это с радостью. От секса, извиняюсь, хуже никому еще не было. Поэтому, дорогие мои, как завещали наши предки, плодитесь и размножайтесь. Всего хорошего, приятного времени суток. С вами был Женя из Израиля. Подписывайтесь на меня. Пока!